Под Новый год во всех школах проходят веселые праздники. Третьему Г из второго лицея несказанно повезло. К ним приехал чокнутый профессор. Один только крик актера и ведущего Сергея Рябых заворожил детей, которые пришли посмотреть настоящее химическое шоу. И не только посмотреть, но и принять в нем самое активное участие. Сергей Беленький, так еще его называют, ведь актер всегда выступает в белом костюме и специальных очках профессора. Эти атрибуты уже становятся узнаваемыми, а номера химика приковывают внимание не только детей, но и взрослых. Сергей неоднократно становился героем всеми любимой передачи «С добрым утром, малыши», а на канале «Карусель» он ведет свое шоу. В так называемых опытах чокнутый профессор использует сухой лед и жидкий азот. Ну а те химические процессы, которые происходят на глазах у детей, вызывают у них неподдельный восторг. Как и всегда, дети очень положительно встречают людей, которые адекватные, которых не обманывают. Мне очень главное, чтобы дети верили и видели то, что они хотят увидеть. Эти детишки, это получается третий ГЭП, лице номер два, просто встретили обалденно. Видно, что они не избалованы, воспитаны и хотят что-нибудь рвануть, потому что когда мы взрывали на жидкий азот, все были очень в восторге, рады, и мне кажется, они хотели еще. Ну и какой же новогодний праздник без его главного виновника, Деда Мороза? Зимний волшебник провел с ребятами забавные игры и порадовал их тематическими подарками – наборами «Юный химик». Судя по реакции детей на веселые химические опыты, с будущей профессией многие из них уже определились. Мила Тарасевич, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».